Добрый вечер, дорогие друзья. Продолжаем письма из преисподней Клайва Льюиса, опубликованные в переводе на сайте священникотвечает.рф. И сегодня читаем письмо номер 14, посвященное единственному основному предмету, а именно смирению. Смирение. Все знают, сколь важно смирение в христианском образе жизни и мысли. Любезный племянник, больше всего тревожит меня в твоем последнем письме, что твой клиент не дает никаких самоуверенных обязательств, как прежний, когда в первый раз пришел к противнику. Не видно ни щедрых клятв о добродетельной жизни на вечные времена. Он ждет даже не пожизненной ренты в виде какой-то благодати, а всего лишь ежедневного и частного подаяния против ежедневных и ежечасных искушений. Это очень скверно. На данную минуту вижу только один путь. Клиент приобрел смирение. Обратил ли ты его внимание на этот факт? Любая добродетель, а в особенности смирение, опасна нам тем меньше, чем скорее человек увидит ее у себя. Подстереги момент, когда он в самом деле сойдет за нищего духом. Протащи ему в сознание опасный лестный помысел. Ах, вот у меня смирение. И тотчас же появится гордость за свое смирение. Ну, из добротолюбия, а в Евагрии главы практически, находим характерную цитату. Тяжело спастись от демона тщеславия. Если прогонишь его, это снова будет началом тщеславия. Таких цитат у святых отцов достаточно много. Вещь очевидная. Продолжает бес. Если клиент обнаружит угрозу и попытается подавить свою свежую гордость, то пускай гордится этой попыткой и так далее, сколько угодно витков. Но смотри, не переусердствуй, чтобы не разбудить у него чувство юмора и меры. Тогда он просто-напросто над тобой посмеется и ляжет спать. Закончить этот отрывок можно цитатой из Иоанна Лествичника преподобного на ту же самую тему. Это тема массовая для всех серьезных христианских авторов. К одному из братьев приступили бесы и ублажали его. То есть, льстили ему. На что он им сказал? Если вы уйдете прочь, то из вашего бегства я заключил бы, что я велик. Если же продолжите похвалять меня, то увижу мою нечистоту. Итак, или отойдите прочь, чтобы я почел себя за великого человека, или хвалите, и я посредством вашей похвальбы приобрету больше смирения. Этим изречением они были так поражены, что тотчас же исчезли. Чего желаю и вам. Но продолжение письма следует. Всего доброго. Спокойной ночи.